Идиот! А ты зачем динамит-то себе нарисовал? Ну? Ой, придурок, давай, все, ты здоров. А, эти мухи вернулись тоже. Сейчас сожжем мух, подожди, дружище, сейчас я тебя спасу. Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкор Шоу, и мы с вами возвращаемся в Вундер Доктор, чтобы лечить на этот раз подводную живность. У нас четвертый акт, якорные черви. Ты выглядишь так, как будто что-то потерял, мой друг. Я тут типа забочусь о всяких вещах в этой части океана. Позже моя команда... моя команда чувствует себя чуть не очень. Большинство из них поразила странная болезнь, и мы даже не можем разобраться, что еще к чему. И не помогает никакие ни лечения, ни припарки, вообще ничего. Ты, должно быть, типа шаришь в этом, поэтому, пожалуйста, вылечи мой экипаж. Ну, мы можем сделать это, конечно, но нам также надо выбраться из этого океана очень срочно. Ты поможешь нам с этим? Я рулю этим местом. Я могу доставить вас куда угодно. Хорошо, мы вылечим твою команду и вернемся к тебе. Ага, мы вернемся к тебе, это он вернется к нам. Так, ну давайте смотреть, что здесь новенького у нас будет. Фортис Хабернагель. А, меня, типа, какая-то скотчевая чесотка. Тихо, не чеши. Ах ты ж, мразь, а, не чеши, говорю. Что это? Что это? Здесь. Что надо делать? Опа. Я что-то не понял, как бы в чем прикол, но окей, надо следовать этим светящимся шарикам. Так, ага, ага, ага. Вы проделали отличную работу, доктор. Давай, проваливай отсюда, акулы, блин. Ужас, акулы лечим. Вот это вообще, акрабики будут какие-нибудь? Да, ой. Ой. Здравствуйте, мистер лекарь. Здравствуй. Ой, подожди, этого нельзя трогать, да? Опа. Тихо. Ты, мразь. Тихо. Блин. Вот это дичь. Вот это вообще дичь полная. Капец. Боль ушла. Так, слышите вы, вякающие хрени. Ну-ка, давайте. Быстро горите нахер вот тут вот. Так, нам сейчас дадут картиночку, да, по идее? Давай, уходи. Опа, да, картиночка. Хорошо, погнали. Что за картиночка? Давайте смотреть. Пиу, новая. А, ну это будет какой-нибудь большой пейзаж океана или нет? Альманах наш. Так, давай, окей. Удольф Тентакель. Тентакель. Здравствуйте, доктор. Я океанский детектив. И мне понадобилась ваша помощь. Как иностранца. Как чужеродного. Прицепите это червячка агента к следующему пурс-коллектору, которого вы встретите. Есть банда, которая крадет здесь всякие ожерелья океанские. Ой, эти жемчужины. Мне нужно подтвердить подозрение по поводу главы операции. Этого червяка к пурс-коллектору, я понял. Блин, вот это началось, окей. Ты у нас бонпикер, нет. Ты у нас Сельма Раупсток. Устрицами подавилась какими-то. Они выглядели так вкусно. Ну давай посмотрим, что у тебя там. Тык-тык. Пока ничего. Ага. Ага. Понятно. Эй, у тебя нет рук. Хорошо. А как я тебя без рук-то поставлю в позу? Так, ну-ка, не шевелись. Вот так вот. Опа, раз крюк. Ой. О, нифига себе, мы их приделываем. А раньше там они срастались. А, ну там же эти растения были. Вот это нифига себе, вот это четко. Так, ну-ка давай посмотрим, что у тебя здесь. Быстро, быстро, быстро. Тихо, 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 тихо. Опа, да, да. Все, 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 справились. Первоклассная операция. Такое облегчение. Так, ты, бак, 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 бак. Давайте, валите отсюда. Что там кнопочка? Окей, давай, проваливай.
Вали, 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 вали. С крюками теперь акула. Нифига себе. Так, пурс-коллектор нам нужен. Шейри Педлер, не то. Липс Шиндер. Окей. Босс заставил меня прийти сюда. Don't care much for doctors. Типа, не заботиться о докторах. Без обид. Но быть честным, почему мне стоило вообще приходить сюда? Я, типа, не то чтобы очень сильно больной или типа того. И самое важное, то, что ты не выписываешь никакие напиточки эти, эликсирчики. Так в чем смысл? Слушай, я тут типа стою немножечко, пару минут, а потом просто пойду по своим делам. Это чистая формальность. Давай-ка посмотрим на тебя. Что вы делаете? Я не болен. Как? Нихера себе у него там. Вы видели, что происходит? Это что? Что за дичь? Так, Resurrection Man. Че, воскреситель? Тук-тук. Карл Белло. Опа, опа. Ага. Да у тебя грибная херня какая-то. Так, накормить блюющим с двумя ножками улыбающимся хмыряком. Блюющий с двумя ножками. Это не ты. Это не ты. И это не ты. Вот, блюющий с двумя ножками, на. Эть! Проснись! Бен Дарксмен, доктор. Это типа какая-то слова благодарности. Нам нужен пурс-коллектор. Блин, гамблер-игрок. Руди Даумен. Доктор, я потерял свой счастливый глаз. Вы можете помочь мне найти его? В смысле? В смысле? Ха. Чё? Я все правильно делаю или чё? Ну вот. Тихо, 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 тихо. Следим, следим, следим. Ну вот он. Все правильно? Короче, все, счастливый глаз, бла-бла-бла, спасибо вам. Не за что. Следующий. О, пурс-коллектор! Отлично, привет! Мама Брештанге! Мое тело слабое. Так, слышь, давай, опа. Дай. Я после операции все это сделаю. Опа. Не тряси башкой, блин, мать. Давай. Ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин. Тихо. Последнее. О, спасибо. Так, подожди. Опа. Хе-хе. Агентик, смотрите, пошел. Хорошо. Агент Червяк. Удачи. Петр Петри. Я съел эти чертовы протухшие морскую еду прошлой ночью. О, да этот пациент отравлен. Его свечка будет гореть намного быстрее. Лучше поторопись, или мы потеряем его. Че? Давай. Стой. Что делать-то? Ага. Я понял, понял, понял. Быстро, быстро, быстро ищем. Тело, 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 тело. Работаем, работаем. Пам, пам, пам. Пам. Капельки нельзя подпускать к себе, я так понимаю, да? Рисковать не хочу. Оп, 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 оп. Быстро, быстро, быстро. Тихо, тихо. Убери руки. Раз, раз. Фу. О, мой прекрасный друг. Лучшее исцеление, которое у меня когда-либо было. Проваливай. Хорошая работа, доктор. А отравленные пациенты действительно это заставляют понервничать. И у нас новая картиночка. О! Ай, блин, в акулоническом шлеме. Аквалангист, ё-моё. Так, остро delicious or, устрицы. Вкусные или смертельные? Так, это чё? I will solve every unsolved crime. Это у нас, короче, этот. Детектив Осьминог. Говорит новый океанский детектив. Кваку Turtle Oil, блин, черепашье масло какое-то продают, ладно. Shame about the coal mines, I like... Как жалко эти угольные шахты, мне так понравилось это место. Так, что у нас там?
червяк проникает в глазные отверстия. Фу, дичь какая. Карла дер Курзя. Прошло очень много времени с тех пор, как я видел доктора. Последний раз, видимо. Так. Ту-ду-ду-ду. Стой. Вот так вот. Мне тут написали, что у меня нет слуха. Поэтому я сейчас... Блин, я не прослушал, стой. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду. 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 Нет. Ужас какой. Как это вообще, блин, сложно-то. Все, отлично, успели. Офигеть. Я же даже напрягся, что сейчас потеряем его. Блин, да какой слух-то? Там непонятно, блин, что это чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я что, музыкант, что ли, эти все нотки, блин, знать? О, привет. Инспектор. Инспектор. Хорошая работа, доктор. Вы доказали, вы оказали настоящую помощь. Вот ваша награда. Также у меня есть для вас очередное дело, если вы заинтересованы. Я заинтересован. Тихо, подожди. Так, это награда? Это награда. Морские обезьянки. Они ссорятся из-за сундука. Так, а это у нас дело очередное. Ну-ка, давай посмотрим. Please retrieve this worm. Letter from inspector. Нам нужно... А, нам нужно вернуть агента, что ли? И нам нужно вернуть агента, я понял. Так, ой-ой-ой, подожди. Тихо. Пипа ла шофере. Какая честь познакомиться с вами. Ага. Какая честь будет вылечить тебя, если ты не будешь трястись, тихо. Так. Ушел. Че, у тебя и там еще проблемы? Тихо. Оп, оп, оп. Ай. Вот это... Блин, да ладно. Да. Хорошо. Раз, два. Блин, да, сложно. Лучше пойду подышу свежим воздухом и позанимаюсь упражнениями. Катись. Катись, катись, катись. Давай, следующий у меня. Вызывай там вашу акулью, братью. И чего? Да ну вы достали меня. Будь я проклят. Штайн 33. Помнишь меня? Конечно, я помню тебя, Микаэль. Что ты делаешь в этих глубинах? А после неудачи с попыткой добраться до моего месячного... после неудачной попытки продать месячную квоту зелий и эликсиров в третий раз, меня перевели в этом богом забытое место. Кому они думают, я здесь вообще должен продавать эти эликсиры? Рыбам? Здесь не было доктора годами, и я окружен какими-то отродьями. Ну, я типа пойду. Надеюсь, судьба обратилась с тобой лучше, чем со мной, старый друг. А нахер ты заходил сюда поплакаться? Я любил этого квака. Он и открыл мне спасательный отсек или шлюз для меня. Стоит признать, мне обидно, ну, я чувствую себя виновным перед ним. Микаэль был всегда немножко эксцентричным. Даже среди всех остальных кваков. Ой, да ладно, слушай, нормально все. Питер Таш... Ладно, хер с тобой. I think I'd call the collab dragon. Похоже, я... Короче, иди в жопу. Так, давай. Ууу, блин, вот это да. Вот это... Офигеть, вот это точно ювелирная работа. Между вот этими хренями здесь все это прорезать. Ух. Так, отлично, минус одна. Поехали, вторая. Опа. Опа. Тихо. Главное не сделать никакого неверного движения. Хоп. 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 И хоп. Хоп. Фу. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раздеваемся. Блин, у нас уже время выходит. Это. Тихо, 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 тихо.
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я вижу. Я надеюсь, все? Это последний этап? Фу. Я обязан вам по жизни. Ага, конечно, обязан. Не сдох. Проваливай. Так, надо вернуть червяка, надо не забыть про червяка. Не профукать червяка. Блин, да ну ты достал, Лукас попстел. Вундердоктор, в этот раз все очень плохо. Я чувствую, что моя жизнь утекает, уходит прямо перед моими глазами. Ну давай посмотрим, что у тебя. Идиот, а ты зачем динамит на себе нарисовал? Ну? Ой, придурок, давай, все, ты здоров. А, эти мухи вернулись тоже. Сейчас сожжем мух, подожди, дружище, сейчас я тебя спасу. Сейчас я тебя спасу от этой херни, давай, все нормально. Здоров. Инфуэнза и покс, они везде, повсюду. Проваливай отсюда, блин, он даже в океане нас нашел. Ты что здесь делаешь, блин, придурочный? Так, давай, зато картинку нам дал. Идиот. Вот это надо быть таким. Динамит нарисовал на себе. О, смотрите, картинка целая у нас получилась, да? Вот тут кораблик какой-то. Ладно, давайте дальше. Погнали, мы сегодня должны океанскую эту хрень пройти. Барбель Шлейфер. Что-то затуманивает мой разум, доктор. Так, у тебя привидения какие-нибудь будут, нет? Хотя какие под водой привидения? А, нет, смотри. О! Затуманивает, я понял. Стой, я еще не все нашел. Ага. Вот теперь все. Ай! Зараза. Я вижу. Я вижу. Привидение. И где оно? Одна тебя! Хорошо, все, доктор. Фу, мы успели вовремя, офигеть. Я думал, мы можем сейчас профукаться. Блин, все сложнее. Давай, следующий. О, червячок, агент. Рацефец. Я думал, что девушки предпочтут мои широкие плечи. А они нет. Че? Тихо. Тихо. Хо-хо-хо, ты дурак, что ли, блин? Ты чё себе тут нарастил-то, дурень? Ё-моё, а? Вот ты придурочный, зачем? Вот все вот эти вот операции по наращиванию там себе, не знаю, по увеличению чего-либо. Вот вам, пожалуйста. Захотел, чтобы плечи были большие? Вот тебе, пожалуйста, вот теперь страдай. А тебе мне его лечить. Он себе накрутил там какой-то херни? Отлично. Давай, пошел вон. Похоже, мне стоит найти новый способ впечатлить дамочек. Червячок, стой. Червячок, иди сюда. Вылези. Вылези. Дурень. Вылези, пока он не видит. Давай. Вот так. Все, вы свободны, можете идти. Червячок. Привет, а ты че? А ты агент мой маленький. Григор. Он еще и курит. Он... червячный агент, которого вы получили от Радзи Федза. Бринбой. Короче, он крутой чувак. Луис Бюргерлич. Чесотка везде, доктор. Ангула инфектус, известное как какое-то ельское заболевание. Что-то сделала херово с глазными яблоками. Ой, он же по-другому разговаривает, да? Попробуй поковыряться в его пещерке. Ну, будь осторожен. Я не хочу в его пещерке ковыряться. Все, там все может укусить, все что угодно. Воу! Ах ты ж... Эй, я понял. Тихо. Опа. Тихо. А-ха-ха-ха! Попался! Пластырь. Я понял. Ништяк. Так, ну-ка, сжечь тебя, тварь. Вот так. Ух ты. Ой-ой-ой-ой, подожди. Пум. Пум. Ай, пум. Ай, два. Давай. Помираем.
помираем. Тихо, тихо, убери руку. О-о-о, премного благодарности, вундердоктор. Блин, нифига себе, у тебя с глазом такая беда. Ну-ка, вали отсюда. Так, червячка главное не жечь. Так, Катринка Хобо. О, блин, зараженная. Ой, это, отравленная. Так, давай, поехали. Что у тебя? Раз, два, тихо, три, четыре, пять. Одежда, давай, понеслась. Хорошо, быстренько. Ой, блин, ты тоже себе наращивала что-то, дура, что ли? Почему только с одной стороны? На больше денег не хватило? Или как? Давай уже уберись, ну. Алло, вот так вот. Так, и раз, тихо. Раз, два, три, четыре. Тихо. Все, хорошо. Блин, как я не понимаю, как это проходить, чтобы не встрять. Давай, вали, 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 вали. Я пока не понял. Пока не нашел способа еще. Так, следующий. Blasted Fellow. Picard Coco. А где он? Здравствуйте. Здравствуйте! Почему все игнорируют меня? Что происходит? Где пациент? Наконец-то! Наконец-то меня узнал кто-то. Болезнь невидимки, что ли? Инвизибули фигамули. Так, что там за картинка? Опа! А, вот эта тварь, да? Так, и шипастый язык. Кто там шипастый язык? Мадам Стронг. Блефер? Здравствуйте, доктор. Я вижу, у тебя тут вообще полный кобздец. Ты еще и заражена. Щипти нафиг, 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 нафиг. Тихо, подожди, стой. Охренеть. Как? 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 Что это? Тихо. Тихо, тихо, давай, давай. Хорошо. Быстро, 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 быстро. Быстро, быстро, быстро. Бери, 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 собирай этих чертиков. Во-во-во, хорошо. Хорошо, хорошо. Да все нормально, успеем. Вы спасли мне жизнь. Да, конечно, я же вундер, вундер-доктор. Самый лучший доктор на всей планете. Берщих Казбер. Здравствуйте, вундер-доктор. Здравствуйте, а что вас беспокоит? О, блин. Так, как эту хрень проходить? Я понял. Хе, я понял. Наконец-то. На тебе, мерзкая тварь. Так, что у тебя? Глазки закрой. Стой, глазки закрой. Ага, вот так. И вот так вот. И не смотри, хорошо? Угу. Хоп, хоп. Это за один заход всех. Вы сделали чудо, вы сотворили чудо, доктор. Вали. Я всегда творю чудеса. Я же вундер-доктор. Чудо-доктор. Крумфельхахер бульхарзавр какой-то. Так, я получил солнечные ожоги, доктор. Так. Ух ты. Ту-ду, ту-ду-ду, 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 ту-ду-ду. Тихо ты. Ну ты... Мерзкая тварь, а? Уйди! Ну, капец. Хорошо. Теперь срезаем эту фигню. Блин, времени вообще нету. Я тебе там, слышь, это, Тихо, не крутись. Тихо, все убрали. Хорошо. Сейчас мы сможем этих половить. Раз. Тихо. Два. Три. Четыре. Хорошо. Еще один. Еще один. Так, что там? Тихо. Ага. Опа. Да ты... Мразь. Блин, я там не увижу просто под хвостом. Бла. Я вижу. Ага. Есть. Так, ага. Привидение. Отваляться нахер. До свидания, доктор. Так, ты до свидания, а мне тут надо поджигать всю вот эту вот херобору, которую ты мне оставил. Вот так вот. Все. Давай, следующий. О, хе-хе, здравствуй, Дольф Тентакель. Хорошая работа. Передайте мне агента, чтобы он мог сообщить мне. На.
А бумажку тоже тебе? Бумажку сжечь. Поздравляю, юный, теперь вы младший детектив, вундердоктор. Возьмите значок, вы доказали свою достойность. Мы получили значок, и мы теперь этот младший инспектор. Младший инспектор, мы можем расследовать преступление, да? Так, еще одна картиночка сразу, давай. Что тут? Ах, блин, это вот мерзкие твари. Так, давай, что там? Давай, быстро. А, и как там мои бафы? Какие бафы, блин? Сейчас я тебя пробафаю. Так, опа, тихо. Стой. Ать. Опа. Так, теперь режем. Режем. Черт. Черт. Тихо. Фу, какую таблеточку. Ручки спереди, сзади какие-то. Так, это блюет. Вот, нет, это не то. Где какие-то? Эй! Во, ручки спереди, сзади какие-то. Все? Ну? А, стой, вот этого. Фу. Вы добрый товарищ, доктор. Ух ты. Все? Отличная работа, вундердоктор. Мои люди теперь чувствуют себя хорошо. Они могут воровать и грабить, как будто завтра не существует. Все мои якорные черви наконец-то вернулись в нормальное состояние. Наша часть сделки выполнена. Я человек слова. Мои люди готовят кран, так как мы и договаривались. Пусть океанский ветер будет с тобой, доктор. Дружище, спасибо. Как только мы вернемся обратно на Землю, мы должны будем найти кваков и попробовать достать наше золотой эликсир назад. Извините. Но все, нас поднимают. Так, ну что, у нас типа следующий акт сейчас будет? Акт пятый. А, так это Бэйктаун. А, дом кваков и их главный штаб. Понятно, что здесь все разрушено. Ну что ж, я думаю, у нас это будет завершающий акт. Ну, а может быть и нет. Ну, не, хотя все говорит о том, что это завершающий акт. И мы узнаем, что это золотое зелье, отнимем его и сделаем все вообще хорошо. Это будет самое лучшее зелье, и мы будем самым лучшим доктором. Ну, а на это пока все. С вами был Рос на канале Медкуршоу. Игра Вундердоктор. Чудо-доктор. Мы с вами вылечили всех этих морских червей, якорных червей в океане. И теперь сейчас направляемся в штаб-квартиру, видимо, кваков. Хз, кого будем здесь лечить, но квакам мы должны навалять и забрать наше зелье обязательно. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!